Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по второй книге «Паралипоменон» или книге «Хроник летописей». Мы будем сегодня читать 18 главу, в которой рассказывается о совместном походе Иосафата и Ахава на Сирию и о пророчестве Михея. И мы читаем с первого стиха и ниже. «И было у Иосафата много богатства, Иосафат – царь иудейский, и славы, и породнился он с Ахавом». Ахав – это нечестивый царь израильский. «И пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию, и заколол для него Ахав множество скота, мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним, и склонял его идти на Рамов Галаадский, и говорил Ахав, царь израильский, Иосафату, царю иудейскому, пойдешь ли со мною в Рамов Галаадский». На самом деле, прямо вспоминаются слова: «Блажен муж, иже не ходит на совет нечестивых, и на пути грешных не стоит, и в собрании развратителей не сидит». То есть верующий человек должен знать, кому нельзя ходить, с кем нельзя стоять заодно, и с кем нельзя сидеть и держать совет. И вот здесь как бы Иосафат проявляет некое легкомыслие, общаясь с нечестивым Ахавом. «А тот сказал ему, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иду с тобой на войну». Вот это была ошибка. «И сказал Иосафат царю израильскому, вопроси сегодня, что скажет Господь». Ну, Ахав отступник, и его священники – это лжесвященники, не из колена Левина, его пророки – это лжепророки. «И собрал царь израильский пророков 400 человек и сказал им, идти ли нам на Рамов Галаадский войною или удержаться. Они сказали», то есть эти лжепророки, 400 человек, «иди, и Бог предаст его в руку царя». Там даже один из этих пророков сделал такие металлические рога, шлем, одел и стал вот бодаться и говорить: «Вот так ты избодаешь своих противников». «И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господня?» Как-то он с недоверием отнесся к такому единодушию. Любое единодушное голосование – это фикция. Не может такого быть. И вот здесь их единодушие, оно не могло не озадачить царя иудейского Иосафата. «И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господня? Спросим и у него». «И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно попросить Господа, но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Немавлая». Но Михей как раз настоящий пророк, в отличие от этих 400 лжепророков. «И сказал Иосафат, не говори так, царь. И позвал царь израильский одного евнуха и сказал, сходи поскорее за Михеем, сыном Немвлая. Царь же израильский и Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на своем престоле, одетые в царские одежды, сидели на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Сидекия, сын Хинаны, железные рога, и сказал, так, говорит Господь, сими избодаешь сириян до истребления их. И все пророки пророчествовали тоже, говоря, иди на Рамов Галаадский, будет
успех тебе, и предаст его Господь в руку царя. То есть такое единодушие в заблуждение. Ну, как в советские времена, там съезд КПСС, все голосуют единогласно. Это первый признак лжи, когда нету дискуссий, нет обсуждения, нет несогласных. Посланный, который пошел позвать Михея, говорит ему, то есть он пришел к Михею: «Вот пророки единогласно предрекают доброе царю, пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них, изреки и ты доброе». То есть этот евнух как бы подговаривает Михея, не расстраивает царя. «И сказал Михей», но Михей — пророк: «Жив Господь, что скажет мне Бог мой, то изреку я». Ведь пророк не говорит сам от себя. Как сказано, никогда пророчество не изрекалось по воле человеческой, но изрекали их, то есть пророчество, мужи Божии, будучи движимы Духом Святым. «И пришел он к царю, и сказал ему царь: Михей, идти ли нам войною на Рамов Галаадский или удержаться? И сказал тот: идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши». То есть Михей устал от этих уговоров, и он говорит: идите. То есть если вы так решили, все равно пойдете. «И сказал ему царь: сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины, во имя Господне». Вот когда он имя Господа призывает, тогда Михей сказал: «Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них начальника, пусть возвратятся каждый в дом свой с миром». Здесь Михей называет вещи своими именами. Как говорится в Писании: да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого. «И сказал царь израильский Иосафату: не говорил ли я тебе, что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое? И сказал Михей: так выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь: кто влек бы Ахава, царя израильского, чтобы он пошел и пал в Рамове Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один дух и сказал пред лицом Господа, и сказал: я увлеку его. И сказал ему Господь: чем? Тот сказал: я войду и буду духом лжи в устах всех пророков». Вот этот один дух вошел в уста 400 пророков. «И сказал он: ты увлечешь его и успеешь, пойди и сделай так. Это сказал Господь. И Михей далее говорит: и теперь вот попустил Господь духу лжи войти в устах сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе». То есть надо всегда очень осторожно относиться к мнению толпы, мнению большинства, потому что инстинкты толпы всегда избирают что-то противоположное истине. Толпа всегда будет орать: «распни, распни», и между Христом и Варавой всегда будет убирать Вараву. «И подошел Садыкия», вот тот, который рога железные делал, «сын Хенааны, и ударил Михея по щеке и сказал: по какой-то дороге отошел от меня Дух Господень, чтобы говорить в тебе». То есть он возмутился, что Михей себя одного считает как бы правым. Но это решение Бога. И Господь попустил духу лжи проникнуть в уста 400 пророков. «И сказал Михей: вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться». То есть Михей уже пророчествует по поводу этого Садыкия, пророка,
точнее лжепророка. «И сказал царь израильский: возьмите Михея, отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иасу, сыну царя, и скажите: так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водой скудно, доколе я не возвращусь в мире. И сказал Михея: если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня. И сказал: слушайте это, все люди». То есть люди теперь будут свидетелями тому, как исполнится это пророчество или оно не исполнится. Далее рассказывается о поражении смерти нечестивого Ахава. «И пошел царь израильский, и Иосафат царь иудейский, к Рамофу Галаадскому, и сказал царь израильский Иосафату: я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень свои царские одежды. И переоделся царь израильский и выступил в сражение, то есть в одежде обычного воина. И царь сирийский повелел начальникам колесниц, бывших у него, сказав: не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. То есть, как увидите его, все стреляйте из лука в него, все копья бросайте в него. И когда увидели Иосафата, начальники колесниц, то подумали: это царь израильский, потому что он стоял в царской одежде, в золоченых доспехах, и окружили его, чтобы сразиться с ним. Но Иосафат закричал, и Господь помог ему, и отвел их Бог от него. Он же потомок Давида, а благословение от праведного на 1000 родов. И даже нечестивые потомки Давида, они защищались праведностью Давида. Помяни, Господи, царя Давида и всю крутость его. И когда увидели начальники колесницы, что это не был царь израильский, то поворотили от него. Между тем, один человек случайно натянул лук свой и ранил царя израильского сквозь швы лат. А швы лат – это, ну, незначительное. То есть он случайно натянул, выстрелил непонятно куда, и стрела попала именно в швы лат, то есть в некий зазор между латами. И сказал он вознице, то есть Ахав, тот самый Ахав, который гнал пророка Божия Илью, у которого была нечестивая жена Изавель. И сказал он вознице: повороти назад и вези меня от войска, ибо я ранен. Но сражение в тот день усилилось, и царь израильский стоял на колеснице напротив сириян до вечера и умер на закате солнца. То есть сражение усилилось, и он как бы решил хотя бы видимость создать, что он стоит на своем месте, и умер на закате солнца. Итак, эта глава, которую мы прочитали, она рассказывает о том, что мнение большинства не всегда есть верное мнение. А община Христа, подлинная община, это всегда верный остаток, как Христос говорит: не бойся, малое стадо, Отец благоволит дать вам небо. И вот в этой главе мы видим, что противостоял 400 пророкам, точнее лжепророкам, один пророк Божий, Михей. Но именно на его стороне была правда Божия.